пытаться проходить Russian Attack. Или, точнее, зеленых беретов, перекрашенных для американского рынка. Что-то вообще не помогло. В плане плавности работы эмулятора вообще не помогло снижение нагрузки на проц за счет экономии на фреймах. Будем надеяться, что хоть трансляции это помогло. Блин, если его убить этой штукой, он не дропнет. Ресет. У меня же был в детстве ресет. Чё, как там он, контроллер? Да, контроллер ресет. Всё-таки так я с большим числом жизни потренируюсь на промо-тайке. Сколько огней в ночном небе. Какая графика. Мигает, и продвинутая анимация была на Денде. Надо сказать, спрайты мигают очень по-дендерски. Я помню, на Денде постоянно, да, вот такая фигня была. Прям возвращение в детство. Так вот надо его ножичком, чик-чик. Так, теперь надо осторожно. Ну, я думаю, я дошел до босса, да. Тут будет сейчас изи. Васт, что ли, проснулся? Что происходит? Эй! Управление не работало, но что фокус сместился. Да, чувствую уже напряжение. Игры-то были нелегкие. Окей. Собрались. Так, сколько я уже играю? Минут, наверное, 15. Поп-апы надо закрыть. Как нам? Теперь, когда буду читать потенциальные комменты. Да, вот чекпоинт. А этот чувак с экрана не уходит. Да как я их должен был двоих убить-то разом? И все, я чекпоинт сейчас потерял, естественно. Дэнди не был. Приставка из-за слабаков. Продолжи жизнь. Возвращайся на начало уровня. Чекпоинт у тебя один. Что наша жизнь? Чекпоинт.
Я вообще в шоке от количества объектов, которые хочет меня убить. И от количества говна, которое оно выстреливает в этих попытках. Так, я помню, должен быть где-то оранжевый чувак. Перед тем, как будет совсем... Да, вот он. Так, у меня нашлось две ракеты, чтобы пробежать это чертово место. Да, и сейчас здесь... Так, на вышках никого нет. Это очень меня радует. Так. 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 Погнали. Так, а гранаты как летают, я не... Чё это было? Я же его должен был убить. Так, надо захлебнуть чайку. Это жесть. Чё, очень интересно, из-за чего у меня иногда так сильно подлагивает. А вас может вырубить на время. Управление экраном. Сейчас мне, короче, тут же зрители стрима накидают вирусов. Ну да ладно, отключить на 1 час, да. Джойстиков и турбо кнопок нет. Следовательно, видимо, рассчитывалось, что чувак будет бегать и прыгать в стороны, как-то пытаясь заменеджить всю эту толпу. Не знаю. На, эта тварь же прыгает. Так, ладно, первая секция проходит спокойно. Надо бежать вправо и вообще не оглядываться. Там до лестницы добегаешь и норм. Нет, все-таки надо оглядываться. Догонь. Так, сейчас второй. Пистолетик. Сдох. Сейчас спокойно поднимаемся. Сейчас ждем момента спуститься. Так. Наверное, этого убить. Мне очень... Я потрачу жизнь, но я выясню. Блин, я засмотрелся на него. Оказывается, я могу его убить. А могу ли я его убить? Интересно. Пока я на... А, блин, этот с ногой, как он бесит-то, а? Могу ли я его убить, пока... Пока он как бы позади экрана.
Когда вышку уже видно, его еще не видно. Сейчас узнаем. Самый край встану. Блин, на самом краю вообще его не видно. Наверное, он не заспаунился. И он всяко не заспаунился, потому что он не стреляет. Стоп, это не то место. А где он тогда? Я прошел это место. Вот тут вот я помню, я подыхаю. Так, сейчас появятся два чувака слева. Раз. Два. Так, гранаты. Я посмотрю, как они летят. Вау. Классная штука. Блин, она летит мимо. Есть еще гранат? Он успел. Пока граната летела, он успел выстрелить. Класс. А вы говорите Dark Souls. Dark Souls, Dark Souls, Dark Souls. Green Beret. Которая здесь вообще не нужна на первых минутах. Слушайте, а вот этот чувак с ружьем, мне вот интересно, он стрелять умеет? Ладно, не важно. И я тут бегаю, значит, мучаюсь. В попытках пройти огнет на ютубе чувак за... полсекунды разобрал всю игру уже, как он подпрыгнул даже. Будем играть в ритм музыки. Кстати, не надо было убирать 60 FPS. В следующий раз Дэнди будет 60 FPS. Дэнди с контролькой нужна, забываю. Он не с ружьем, он с ногой. Он не с ружьем, он с ногой. Ладно, у нас еще есть полчаса, хотя бы пройти второй уровень. Хотя бы повторить результат детства. Но в детстве я всяко играл в него больше часа, то есть... Пусть поиграл меньше часа, я бы, наверное, не запомнил. Хотя... Всяко бывает, иногда какие-то моменты запоминаются даже. Несколько секунд. Секунда, ты помнишь? Так.
Наконец-то не потратил там на контрольку ракету. Нужно контрольку. Только этот парень умеет подпрыгивать. Я боюсь представить, на чем он подпрыгивает. Чем он отталкивается, если он выстрелит. Реально нужна офигенная реакция. Или все запомнить. Да еще и концентрация нужна, которую я теряю, потому что я пытаюсь говорить. Но не буду прекращать пытаться говорить, потому что... Я все-таки хочу, чтобы это было интересно. Да и рассказать, что это охота. Это же воспоминания, остатки. Ей же хочется поделиться. Без проблем. До этого места я научился доходить, это мой внутренний чекпоинт. Мунвок не сработал, точнее мунжамп, когда я развернулся в воздухе, надеясь убить противника. Да, надо, кстати, было заглавить более внятно. Yes. Надо сконцентрироваться. Так, тут будет. Вот, кстати, подпрыгивает здесь. Я нажимал прыжок, но он нажался. Yes. Ой, как бы сейчас сохраниться хотелось. А теперь буду стоять на этих грузовиках, блин, до последнего. Смотрел на пулю, и он вышел прямо из-за угла. Да, все вернуться от пули, естественно. Ну что изменилось с детства, так это то, что игра уже хотя бы не кажется мне такой страшной. Когда я помню, она казалась просто дико невероятно сложной. Прям эта сложность, она физическая.
физическое было, физиологическое, как тело чьё-то. Просто она существовала, материально эта сложность. Сейчас это я просто уже смотрю, анализирую, так. Здесь так, здесь так, здесь мне того не хватает. Понимаешь? Здесь такого опыта у меня не было еще. Если все было ярко и прямо сейчас и здесь. Это, кстати, звук из контра. Ага. Кстати, интересно, разработчиков на Денде были? Ну, на NES, но, блин, можно это отказали. У разработчиков на Денде были банки с Google. Интересно. Ну, то есть, сейчас куча библиотек для всего. А мы же никогда библиотек не закрыли. Скачал звучок. Ну как скачал? С дискеты скачал. Не знаю. Так за него. Не понял, а где Краспост от Твича, что я начал трансляцию? Где? Ну-ка, на Твиттере. Твич, почему ты не работаешь, как должен? Должен был известить. Трансляция начата. Блин, не хочет. Уже не знаю, стоит ли ради получаса делать анонс. Ну ладно. Сейчас одну минуту я сделаю анонс в ВК, что я стримлю на Twitch. И оставлю Twitch Краспост на Facebook. Смогу ли я пройти? Гоу. В детстве казавшуюся. В детстве пугавшую больше. Все более сложной, чем сейчас кажется. Ссылка. Все, анонс сделан. Благодарю за ожидание. 4 жизни. Очень хочется мне сохраниться. Не представляете, как я очень легко могу это сделать. Буквально 2 раза мышкнуть мышкой. И можно практиковаться сколько хочешь. Именно в сложных местах. Чтобы потом проходить их уже... Концентрировав на них опыт, но ведь в детстве такой возможности ни у кого не было. Ни у кого абсолютно. Игры были такими, какими они и задумывались. И сложность в том числе была в том, что какие-то места приходилось проходить все равно экспромтом. Потому что вы до них долго-долго доходите, умираете на них, потом снова доходите. Как это я увернулся? Ну, вот в этот раз я могу смело отмазаться, что это мой чертов джойстик. Потому что очень тугая кнопка. А в этот раз... в этот раз не буду отмазываться. Но очень тугая кнопка, блин. Иногда она нажимается в итоге сама. Заговорился. Молодец. Минута привести мысли в порядок. Thank you.
Да, если я не буду говорить, я, наверное, буду чуть-чуть получше играть все-таки. Да не чуть-чуть, а получше. Так что я, наверное, на сложных местах буду молчать вот сейчас. Да тут не все места сложные, как говорить. Сзади чувак с пистолетом. Надо будет стрелять. Я развернулся. Ну, это место несложное, тут можно и отвлечься. Теперь я уже вообще не должен играть на этом уровне. Даже случайно. Ну, только если кнопка опять нажмёт скрин. Да, уже все отработано. Тут и врагов не 10 тысяч. Ну, кстати, да, это место легко проходится, если спам, даже без турбо кнопки. То есть здесь не надо какую-то дикую там скорость нажать. Ах, какая графика, как все детализировано. Неудивительно, что игра запомнилась. Через столько лет. Надо сконцентрироваться, все, хватит прозябать на элементарных местах. Все, погружаемся в игру. Работаем, работаем. Пил, пил, пил. Прошли элементарное место. Да что делать с этим джойстиком? И с моей внимательностью. Вообще это место не сложнее. А, можно перепрыгнуть, оказывается. Вообще это место не сложнее, чем первый уровень, ну, до первого грузовика. Поэтому то, что я здесь так легко подыхаю, это исключительно по линии невнимательности. Ну, не считая вот здесь прыжка, естественно. Так, это место, кажется, я тоже отработал более-менее. Такой тугой. Он дико тугой. Вот сейчас я вправо нажал, он не побежал. Ну, тут гарантированная в итоге смерть была. Не знаю, может, где найти нормальный геймпад, которого бы достаточно разработанные хорошие были кнопки, но и в то же время не нажимались бы они как-то дико, и форм-фактор был бы достаточно хороший. Наверное, ответ простой, смотрю высокую ценовую категорию. Но мне нужны вибрации.
же стикеры. Мне нужно просто обычные, хорошие, с хорошими кнопками, удобным форм-фактором. Геймпад. Вообще на этом уровне, кстати, еще помогает то, что цвета у врагов отличаются сильно, и сразу понятно, кто он, а там то ли красный, то ли малиновый, то ли оранжевый. Попробуем спамнуть. Докажем, что это делается без проблем. Кстати, я сохранил бы оружие, интересно, на что. Такого же, блин, цвета отличается слегка гаммой, и все. Что я делаю, я не знаю. Я забыл просто, где я нахожусь, в каком месте. Там не было смысла бежать дальше.
так что, наверное, вот проводить эти эксперименты ближе к утру. Не понял, а где прыгаю еще? Почему он не заспаунился сразу, как он обычно это делает? Вот сейчас. Почему он заспаунился с кем-то другим? Может, что... А, наверное, я просто альтабался и как бы не бежал. Да, игра вообще не прощает ничего. Это место отработано, но все равно напрягает. Выстрел. Так, сначала... Опять не сработала кнопка, слава богу, была не критичная по времени ситуация. Так, после гренадера будет прыгающий чувак очень быстро. Первый. Второй этот прыгающий чувак был. Отлично, отличный радиус этой штуки. Фух, до сюда я еще не доходил. Я очень хочу сохраниться. Но если я сохранюсь, это будет нечестно. Хотя я могу сохраниться, но я могу просто не загружать потом. Хотя все равно чувствуется, как будто я кого-то обманываю в итоге. Даже не знаю. Мучение души. Хочется, чтобы было честно, как в детстве. Да, я не буду сохраняться. Сдохну, так сдохну. Блин, это босс. Может сохраниться. Или не сохраняется. Ладно. Я не буду. Не буду сохраняться, все будет по-честному. Как я это прошел? Second target overcome. Да, я до сюда доходил. Так, бежевые теперь прыгают. Как он там появился? Он, походу, появляется на одном уровне со мной. На одной высоте. Он просто вообще шел сквозь пол. Прикольно, что они сделали завершающий аккорд. Так, я могу спрыгнуть? Нет, я не могу спрыгнуть. Из-за того, что я повернулся, когда он уже прыгал, и меня убило.
Так хочется сохраниться, но что этого босса так тяжело было пройти. И также хочется, чтобы все было честно, как в детстве. Ладно, я буду делать честно. Вау. Как мне теперь взять этот пистолет? Как? Я же развернулся, когда он еще не прыгал. Даже не понял ни разу. Ах. Ну ладно, пробуем снова. У нас еще 10 минут на то, чтобы попытаться сделать существенный прогресс. Но я дошел до третьего уровня. Кажется, в детстве я до него доходил, но я не помню. По-моему, я видел, да. Не, я всяко доходил. Я помню все эти пистолет, я помню. Да, я помню пистолет. Помню звездочку. То есть постепенно воспоминания возвращаются. Еще бы джойстик не был таким тупым, а вообще было бы счастье. Потому что у меня вот просто не нажалась кнопка, когда я прошел предыдущий уровень. Один раз она вообще не нажалась. И то, что я прошел, мне просто очень повезло. Но что там было не критично, что я чуть позже... что она чуть позже сработала. А попробую-ка я в этот раз сохранить базуку до следующего уровня. Если я не ошибаюсь, мне написала, что бот опять забанил Романа. Я не знаю, если Роман, ты здесь. Я не знаю, как отключить эту хрень. И, кстати, базука не сохраняется. Слова кончились. Иди сюда, родная. Как-то без базуки это... Дурацкая кнопка. И не нажимается. Да, я в самом начале уровня. Сейчас тоже я чуть-чуть вперед прошел, это из-за того, что не нажалась кнопка. Нифига себе, он умеет по лестнице забираться. Так, сейчас будет с пистолетом где-то. А нет, сейчас не будет еще. Так, сейчас что? Так, сейчас будет. Повезло. Сейчас будет куча выше. Ну, мораль уже упала.
граната и нож. Да блин, он успевает выстрелить, я забываю все, что граната моментально летит. Черт подери. Так, сейчас попробую разбавить. Разбанить. Можешь попробовать что-нибудь написать. Стоп, у меня мне написано not enough rights в моем собственном чате. У меня нет прав на. Что-то я ничего не понял. Может, меня выкинуло из аккаунта? Нет. Получается, что у моего бота. А, мне предлагает премиум Good Game это прикупить. Все понятно, что нужно для того, чтобы свободно банить и разбанивать. Ну ладно. Первый, он очень рядом с, с самым началом карты, но все-таки чуть дальше. Из-за этого ты подохнешь, что возвращает не в супер самое начало, но в... Но, короче, близко к началу, из-за этого немножко путался тоже. Но самая фигня, когда вот еще сверху начинает стрелять. Работа на это место, что я здесь сдох. Mm.
Мне, пожалуй, все-таки надо переработать. Как-то реакция уже немножко затупилась, ведь как ночью надо. Пропускать этого чувака, видимо. Красногорье. И не пытаться успеть вернуться. Сказал я это. И тут же повторял ошибку. Ну да, это все. Выделенный час, собственно, оказался адекватной оценкой для прохождения, потому что я уже начинаю какую-то фигню делать. Вообще полная фигня. Да. Что обидно, именно сейчас стали подходить зрители. Ладно, для вас специально попробую еще одну карточку. Может быть, пойдет получше. Феникс. В одно время пули, в одно время солдат. О, то тут можно стрелять. Будем халявить. Сейчас заевшая кнопка. Расходовал уже последний патрон. Не хотел рисковать. Так. Пробуем тоже постоять, пусть они все пробегут по своим делам. Так, вот тут уже сейчас будет жесть. Полная жесть. Но вроде нормально. Короче, там только спрыгиваешь, тут же надо вставать на месте.
Хотя можно еще подпрыгнуть. Я не понял, как он гранатой-то убился. И чё, я в каком это я месте? А, ну понятно, сейчас там будет чувак. Зрена. Что? Вообще какое-то другое место. Надо продолжить эту добрую традицию, потому что мне понравилась идея того, чтобы пройти эту игру и при этом с весьма особенными условиями, такими как не смотреть прохождение на YouTube, ничего не искать в интернете по этому поводу и так далее, то есть полностью воспроизвести условия, которые были в детстве, не сохраняться, естественно, не загружаться. Тут у меня было большое соблазн сделать сохранение, но я же все равно понимал, что зачем я буду делать сохранение, для того, чтобы потом потенциально загрузить, то есть сделать загрузку, то есть нарушить идею того, чтобы приблизить ситуацию к детству и, так сказать, решить задачу из детства. Потому что когда тебе все показывают, это в общем-то, и когда ты можешь тренировать то место, которое не мог раньше, это очень помогает. Ситуацию за ситуацией, но как бы улучшаешь. Сейчас буду жестить. Но я уже научился подходить. Да, вот так вот. Так, сзади сейчас будет с пистолетиком. Будут вот эти козлы стрелять. Сейчас вот эти козлы. 4 штуки. Да. Да. Не сразу не вдох, офигеть. Штанах он стреляет или он прыгает? Но он же не прыгнул, значит он не прыгает. Значит, в каких штанах ты сейчас стреляет?
прыгает. Нет. Как она вовремя заканчивается? Это неуязвимость. Вот тролли, а? Так, в красных штанах. В желтых, значит, стреляет на. В красных штанах прыгает. Красные штаны, значит, прыгает. А этот наверняка стреляет, потому что именно стрелки... Да-да-да, это стрелок. Именно стрелки по лестнице. Что тут вообще делать-то надо было, я вообще не понял. Они со всех сторон спавнятся. Так, тут я помню, я умирал. Пистолет только одного убивает, а сколько выстрелов? А, вообще бесконечно. А, это тоже типа повера. То есть это не девайс. Вау. Лаги как на Денди. Прям полная симуляция. Не знаю, что вызывает эти лаги. Просто пережидать. Грена. Ого, сколько. Ищ тебе. Мой повара побегает, ну ладно. Блин, я думал, на бочку можно прыгнуть. Но с этим жестиком, конечно, игра становится еще сложнее. Спутал штаны. Ну что, подведем итог. Во-первых, игра мне понравилась больше, чем когда я запускал для теста не так давно. Когда я запускал для теста, мне показалось, что она такая уж очень простенькая. Но тут прикольно, что они меняют цвет штанов. Приходится каждый раз вспоминать, какой чувак что делает, плюс это как бы разнообразит спрайты. Получается вообще так прикольно, ну как бы разнообразно. Сама игра очень интересно тоже сделана, есть как бы одновременный рандом, есть одновременно и паттерн, надо находить золотую середину и ей пользоваться. И еще самое интересное, что... Вот так и взрывать можно, я и забыл. Самое интересное, что... Второй уровень казался вообще непроходимым практически мне, вот даже сейчас. Я уже отчаялся, что я его пройду. Немножко так отвлекся, и как только отвлекся и стал на автомате играть, оказалось, что я уже достаточно наиграл, чтобы его еще раз пройти и при этом даже жизни ни одной не потратить. Хотя он реально сложный, вы могли видеть. То есть, такой прикольный, интересный опыт того, что как бы все... Все возможно с опытом, я не знаю. То есть частично та задача, которую я поставил у серии прохождения этой игры, она уже начинает разрешаться. То есть действительно, то, что казалось невозможным и очень трудным, с ходом работы становится как бы
добреньким зайчонком. Не могу вспомнить уже слово, которое хотел метафору подобрать. Вот такие дела. Буду, значит, я проходить эту игру еще. Точнее, буду я ее проходить. Еще буду проходить. Вот, до конца, я так думаю. И да, попробую ее пройти по своей методе, в том смысле, что делаю все как в детстве, без YouTube, без сохранений и так далее. Все как в оригинале. Так что присоединяйтесь к стриму и к YouTube. И будем разрешать неразрешимое.